Здравствуйте. Сегодня вы узнаете о таком прекрасном поливитаминном средстве, как калина. Вот она краснеет. А это я вам показываю, как растет голубика. Разные сорта подписаны у деда. Везде на них бирки. Вот такие вот бирочки хорошие. Early Blue. Так, дальше идем. Blue Gold. А вот и сама калина. Видите, она сердечко, косточка, как сердечко. Человеческое сердце. И красное. Полезное. Поливитамины. Вот где-то обрывает ее, оставляет на хранение. Прямо на самом стволике они хранятся лучше, чем где-то подвязанные, где-то пока нету мороза в минус 10, может дерево само сохранять вам. Пришли, нарезали сколько вам нужно и пускай дальше хранятся. И там он уже дед прикопал 4 саженца. Если кому-то понадобится, они всегда могут позвонить, договориться, приехать и уже готовые с корнями взять у деда. Спасибо.